А как же жена? Панайотов ночью развлекся с разгоряченной Славой. Музыкальный фестиваль «Жара» — это не только 4 дня потрясающих концертов, но и сумасшедшие банкеты. Азербайджан вообще славится гостеприимством, но в эти жаркие во всех смыслах дни оно особенно чувствуется. Корреспондент Дни.ру на традиционно звездном бранче, устроенном Вадимом Верником и его популярному артисту журнала «Окей», встретился с пережившим очередной автипати Александром Панайотовым. «Нет-нет, только не снимайте меня без очков», — взмолился певец. «Я еще не отошел от ночной вечеринки». «Пили и плясали не стали», — охнул корреспондент шокирующие новости. «Нет, все было прилично, не пил». «Хотя без танцев, конечно, не обошлось», — рассмеялся певец. «Началось же все с того, что когда я исполнял песню «Зачем тебе я», певица Слава стояла возле динамиков, смотрела на меня и материлась. От восторга и избытка чувств», — улыбается Панайотов. А уже на вечеринке после концерта она, разгоряченная, сама подошла ко мне, выдернула из-за стола и закружила в танце. «Сам бы я в жизни не пошел, конечно, потому что вне сцены не танцую совсем». Тут же она буквально набросилась на меня, завертела. А вскоре к нам присоединился и Григорий Лепс, продюсер Панайотова, Прим, Ред, который фантастически сплясал лезгинку. «Совратить меня она не пыталась», — специально заметил Панайотов, тем более при живой жене, которая стояла рядом. «Хотя она у меня очень ревнивая, и иногда устраивает скандалы, смеется, хотя на самом деле знает, что у меня могут быть только творческие отношения с кем-то, но не более того. Я всегда веду себя порядочно». Напомним, фестиваль «Жара» проходит с 25 по 28 июля на берегу Каспийского моря. По приглашению устроителя этого грандиозного праздника Эмина в Баку приехало 250 артистов первого эшелона. Этот форум может считаться самым масштабным и дорогим в Европе. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Вид, прикованный к инвалидному креслу Цой, шокировал народ. Зверье. Известие об убийстве разгневало Собчак. Это серьезно. Муж рассказал о состоянии ушибленной Чуриковой. И многое другое.